Тюмени стартовал международный конкурс песни. Он проходит в рамках молодежного патриотического фестиваля «Дмитриевская суббота». В региональную столицу приехали исполнители со всей России, а также Ирака, Вьетнама, Китая. Они исполняют песни не только на русском, но и на родном языках. Видите, еще раз говорю, мало быть профессионалом, потому что это конкурс патриотической песни, это конкурс песни о любви к своей родине. Если ты просто выходишь профессионально, поешь, скажем так, без души, не вкладывая ничего в слова этой песни, ты не станешь лауреатом. В основном выигрывают ребята, те, кто искренне, от души сопереживает, проживает эту песню, и такие ребята побеждают. Конкурс продлится 3 дня. Завтра в полдень на площади памяти пройдут военно-патриотические мероприятия. Затем участники возложат цветы и гирлянды к памятнику воинам-афганцам. Завершится конкурс гал-концертом. Попасть на него можно бесплатно. Более подробная информация о билетах в региональном центре «Аванпост».